Всем добрый вечер, клуб «Петроградец». Сегодня показываем такую связочку. Боремся за захват, я выбираю захват односторонний. Вот такой захват хороший взял. Только взял его сразу максимально высоко, ключицу. Вот сюда ключицу, чтобы потом мне это помогло. Дальше партнер отталкивает себя к себе, он выпрямляется и продергивает шагом, делаю перевод вот сюда. И загружая его вниз. И на нем завис. Это перевод, это мы делали. Дальше. Подтягиваю правой рукой к себе. Пристаю. И стараюсь его подтянуть с собой вместе. Вот сюда. Левой рукой отталкиваю голову. И передаю эстафету колену. Правая нога уходит за дальнюю бедру. Вот туда цепляется. Бедро контролирую, плечо как держал, так и держу, отключено. Бедра сжимаю, идет. Рычаг. Как можно сбить еще? Оттолкнул партнера, вес убрал с ноги, мягко убрал, сразу подернул. Продернул его сюда. Подтягиваю вот отсюда на бочок, ногу пропихиваю, стараться туда к бедру, этой ногой левой отключаю шею. Если шея соскочила, выгоняй шею, убери. Ногу тогда там скрещиваю и накатываю на голову, вот сюда, и делаю рычажок. Ключевые моменты в этом движении. Сорвать захват, взять высоко, продернуть, перевести, подтянуть. Вот отсюда. Отключить голову и лечь на бочок, головой к его ногам. Вот. И плечо отключаю. Ногой контролирую бедро, если получится. Вот таким образом. Бедра сжимаю. Рычаг. Вот такое движение классическое, но немножко с неклассическим началом перевода.